Пока я помню, я живу. И я живу, пока я помню. Они помнят. Победы мы отмечаем не один день, а у нас целая серия мероприятий, праздников, и каждый год появляются люди со своими интересными инициативами. Кто хочет в эти дни майские сказать теплые слова ветеранам, поздравить жителей города с большим праздником. И в этом году две молодые руководительницы двух коллективов детского дома творчества, шоу-балет «Лайнс» и студия «Шансон», вокальная студия, решили подготовить для норвегитян тоже такой своеобразный подарок в виде концерта. И вот сегодня этот концерт состоялся, мы видели на сцене замечательные танцы, современные, но такие, которые заставляют по-новому услышать и привычные, знакомые песни, а также почувствовать вот какую-то особую атмосферу вот этих дней. И услышали песни, которые близки и понятны взрослой аудитории, но они звучат в исполнении молодых девочек и поэтому кажутся совершенно другими, понятными и современными. И вот это начало праздников, оно очень символично. Поэтому перед тем, как начнутся основные мероприятия в нашем городе, мне очень хочется поздравить всех-всех, не только ветеранов, но всех наших норвегитян и всех жителей Идевилума и Эстонии с этим большим праздником, потому что День Победы – это вот фраза вроде бы забитая такая, уже привычная стала, когда мы говорим, что День Победы – это праздник со слезами на глазах, но это так, потому что никто не может быть равнодушным, когда видит медали наших ветеранов, когда видит их седины. Этих людей становится все меньше, но, наверное, в каждом доме должна остаться память в виде фотографий, в виде наград, в виде рассказов о том, что же, какая история была связана с войной в этой семье. Еще очень хочется, чтобы все люди в эти дни подумали о том, как трепетен и тонок мир, в котором мы живем. И чтобы вот этот мир был, мы все вместе должны на него работать. Поэтому давайте радоваться весне, жизни и благодарить всех людей, кто давал победу, кто сделал эту победу за то, что мы живем в мире. С праздником всех, дорогие друзья!